Всем привет! Добрый вечер, ребята, всем привет! Хочу сегодня вам показать одно упражнение, которое поможет вам согреть ваши ноги, чтобы они не мерзли на холоде, чтобы вы могли ходить долго, погружаясь в холод. Первое упражнение, если у вас мерзнут руки и ноги, что мы делаем? Мы их без тела засовываем в лед на 2 минуты. Сосуды сужаются, и сначала это болезненно, но они адаптируются. У нас идет хорошая тренировка сосудистой системы в наших руках. Потом они открываются, и туда идет горячая кровь с адреналином. И таким образом мы тренируем систему кровообращения. И они перестают мерзнуть со временем. А чтобы у нас ноги не мерзли, мы их тоже засовываем в снег. Ну, в лед. В воду, в холодную воду. Но чтобы чувствовать тепло, то бишь направить туда больше энергии, надо сделать так. Одна нога вперед, одну подгибаем. И делаем дыхание. Просто дыхание. Заряжаем, так сказать, нашу ногу, направляем туда тепло. Вдох. Задержали на вдохе. И тянемся. Чувствуйте растяжку. Держим еще. И выдох. Дотягиваем. Чуть расслабились. Почувствовали растяжение. Делаем еще один раунд. Полный вдох. Вдох, держим на вдохе и тянемся. Выдох, дотягиваем. Почувствуйте, как тепло пошло сейчас прямо в нашу стопу, потому что мы перекрыли здесь кровоток и с каждым вдохом направляем туда энергию. Поменяли ногу. Делаем вдох. Полный вдох. Держим. Тянемся. И выдох. Тянем еще. Вот так. И еще раунд. Выдох. И предлагаю вам сделать пару раундов дыхания, чтобы быть в фокусе. Расслабьтесь. Можно сделать сидя, можно лежа. Я буду делать сидя, потому что так вы меня лучше видите. Ёлки. Природа. Природа! Итак, от живота к груди. Плавно. У нас есть живот, есть грудная клетка, есть голова. И нам надо сделать вдох от живота к груди максимально глубоко. То есть сначала живот,
потом грудная клетка. Не так высоко, что мы как будто идем до головы. И отпустить. Воздух сам выходит. Но мы это делаем дыхание только в безопасном месте. Сидели люболёжа, как я. Да, безопасное место, сугроб. Нет, делайте в тепле. Всегда делайте в тепле. Я уже опытный. Поехали. Расслабьтесь. Не делаем в воде, ни за рулем, нигде, кроме как на полу, либо на диване. Поехали. От живота к груди. Вместе. Два раунда. Полный вдох. Носом либо ртом. И вдох. Выдох. Воздух сам выходит. До нейтрального давления. Покалывание в руках и ногах, легкость в голове. Покалывание в теле. Вибрации. Идем навстречу этим ощущениям. Вдох и выдох. Еще 10. Один. Делаем полный вдох. Выдох. И стоп. Выдыхаем до нейтрального давления в легких. То есть давление в легких и давление наружное, оно одинаково. Мы должны расслабиться. И не дышим. Стоп. Чувствуете, как бьется ваше сердце? Как циркулирует кровь по телу? Успокаивается ум. Полностью расслабьтесь. Как только захочется сделать вдох, то есть будет поток такой вдоха, первый можно пропустить, а если будет такой хороший второй, мы делаем полный вдох и задерживаем дыхание на вдохе на 15 секунд. Три, два, один. Делаем полный вдох. Держим на вдохе. Кто хочет, может напрячь нижний пресс. Направить кислород в голову. И выдох. Это был один раунд. Мы сделаем еще один. Плавно. Полный вдох. От живота к груди. Вдох и выдох. Держим ритм. Полный вдох и выдох. Полный вдох и выдох. Как волна. Прилив и отлив. Покалывание в руках и ногах. Легкость в голове. Вибрации в теле. Усиливаем с каждым вдохом. Это и есть наш заряд. Полный вдох и выдох. Вдох. Полный вдох. Еще. И вдох. И вдох. И выдох. Еще 10. Глубже.
пока у меня в руках и ногах, усиливайте с каждым вдохом. Идите навстречу этим ощущениям. Чувствуйте. Это может быть 20 вдохов, это может быть 30 вдохов. Как только вы почувствуете покалывание в руках и ногах, легкость гео-вибрации в теле, сделайте еще 5 вдохов, 10 вдохов и задерживаем дыхание на выдохе через 5. Полный вдох. 4. 3. 2. 1. Делаем максимально полный вдох. Выдох. И стоп. Задержали дыхание на выдохе. И расслабьтесь. Как только захочется сделать вдох, мы делаем полный вдох и задерживаем дыхание на вдохе. Пять, четыре, три, два, один. Делаем полный вдох. Держим. Можно напрячь нижний пресс, плавно направить кислород в голову. Три, два, один и выдох. Это были 2 раунда по методу. Надеюсь, вам понравилось. Вау! Легкость в голове, вибрации в теле, это нормально. Я вам советую сейчас не делать резких движений. Просто расслабьтесь. Если вы хотите большего, я жду вас 3 числа на безоплатный вебинар по методу Вима Хофа. Ссылка будет в описании под этим роликом. Записывайтесь по ссылке. Я вас буду ждать 3 декабря в 8 часов вечера по Москве. Увидимся. Это будет первый день марафона по методу. Если вы хотите продолжить, я вам все расскажу на марафоне. Спасибо вам за прекрасную практику. Увидимся в следующем видео. Ха!